জাংবম বরণেন্দ্রুদ্ধমরুত শুনবন্তি দিব্যৈস্তবৈ বেদৈ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈ গায়ন্তি যম সামগা ধ্যানাবস্থিত তদ্গতি নমনস্বা পশ্যন্তি যম যোগিনা যসন্তন্ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ। শ্রীশিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রভুপাদ টোল Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока Майявада она находится в этом материальном мире, то невозможно утвердить чистую преданность должным образом. И вот Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, что до тех пор, пока Майявада она находится в этом мире, на этой земле, то невозможно проповедовать чистую сиддханту должным образом. На самом деле, сегодня предваряющий день явления Джанмаштами, явление Шри Кришны. Сегодня это такой предваряющий день. Адивас на санскрите значит находиться рядом с Кришной. Адивас значит находиться рядом. Это значит адивас. Адхи значит рядом. И если Гурупадма, день явления Гурудева, например, завтра, сегодня предваряющий день, такое явление, мы хотим сконцентрироваться, мы хотим находиться рядом с Гурудевом, то есть ну, перед днем явления Гурудева, как бы мы хотим приехать к нему, как-то стать ближе. Так и адхивас. Перед явлением Кришны мы должны приблизиться к нему. И также майвади, они тоже отмечают этот день явления Шри Кришны Джанмаштами. Даже некоторые более, как сказать, широко, более роскошно отмечают этот день явления Кришны, чем мы. И их отмечание Джанмаштами, но как бы есть, но бесполезно, но лицемерно. И какова же основная сиддханта Майявады? Какова основная сиддханта Майявады? И вот сиддханта их такова, что они никогда не признают, что Кришна Сварупа, форма, вечная форма Кришны, она вечна. Они никогда не верят в это, что Сварупа Кришны, она вечна. И вот Сварупа Гуру Вайшнав, Сварупа Дама, Харинама, Бхагавана, если вы не верите в это, то вы находитесь в Майяваде, и поэтому Шрила Прабхупад, он был очень опечален, говоря это, поскольку он видел, что мы все, так или иначе, мы все осквернены Майявадой. И Шрила Прабхупад он не хотел это говорить, но что делать, поскольку все мы так или иначе мы осквернены Майявадой, поскольку мы не верим в Гуру, в Вайшнава, в Бхагавана, в Даму, в Наму на 100%. Мы верим, может, на 80% или на 90%, но мы не можем поверить на 100%, и поэтому наше сердце, оно осквернено. Что делать? И в таком состоянии невозможно обрести бхакти. Почему мы отмечаем Кришна Джанмаштами Тидхи, чтобы
обрести полную милость от Кришны. Поэтому мы отмечаем день Его явления. Наше сердце, так или иначе, все наше сердце, оно как-то осквернено Майавадой. И в этом состоянии это невозможно обрести бхакти, чистой бхакти должным образом. Ахитуки значит беспричинно. Следующее слово значит, что она что никто не может остановить его, подобно тому, как Ганга, которая стекает с Гималаев, никто не может остановить ее, и это зовется чистой бхакти. И те, кто демоны, есть две категории демонов. То есть всех этих, все население этого мира можно разделить на два лагеря. То есть те, кто верит в Кришну, верят в Кришну. То есть у них есть какое-то божественное настроение. И асуры, демоны, они наоборот, они не могут поверить Кришне, они не могут поверить Верховного Господа. Агасур, Бакасур, Путана, Камса, Джарасанда. Они все хотели убить Кришну. Они все майавади, они, если браман приходит, они поклоняются ему, этому браману, но Кришну они хотят выгнать, они совершают жертвоприношение, раздают пожертвования брамана, вайшнава, но когда сам Кришна приходит, они выгоняют его, хотят убить его. Каково же основное такое ума, настроение этих? Асуров, поскольку они думают, что нет никого, кто бы мог быть выше нас, кто бы мог контролировать нас, нет никого. И они думают, что нет никакого Господа, нет никого, кто бы мог контролировать их, как Хираньякашипу, Хираньякша, Камса, Джарасанда. Они хотели убить Кришну. Что они говорили, что нет нужды ни в каком Кришне, если кто-то находится выше нас. Bhagavan speaking, hey Arjuna, those who are demons, they think there is no Ishwar, no Supreme Lord, nothing. Как Кришна говорит Бхагавад-гите Арджуне, что те, кто демоны, они не признают никаких высших сил, они просто думают, что этот мир так случайно произошел, и все, что происходит, тоже случайно происходит. Хотя современная наука, она все же выделяет причины и следствия этих причин. Без причины. То есть ничто не может произойти просто так, а вот эти демоны, они думают, что это так случайно все взяло и произошло. И вот Камса, Джарасанда, Хираньякашипу, Хираньякша, Равана. Никто из них не признает превосходство Верховного Господа. И также мы знаем, что вот иногда кто-то говорит, что Гита, она бесполезна. Кто-то сомневается в том, что Кришна произнесет Бхагавад-гиту, Арджуне. То есть вроде битва начинается,
война, как во время на поле боя, как Кришна может быть произнесена Кришна, поскольку времени даже нету. То есть тут практически война начинается, и как в таком состоянии можно говорить так много. То есть это просто материалисты. Они не верят, они могут поверить, что, может, Вьясадев это написал, но... То есть они еще могут это принять, но то, что это Кришна произнес, они не могут в это поверить, как это в их уме это не укладывается. И поэтому те, кто отправляются во Вриндаван, они спорят. Они... Если не изучают Лилу Кришна, они возмущаются, что как Радхарани Сурьякунды может до Шьямакунды дойти, это же там целый день идти, если не два. Они, материалисты, они не могут представить, как это вообще возможно. Они не знают, что время, место, обстоятельства, все контролируется Кришной. Например, если 5 минут до начала боя, то в эти 5 минут Кришна может остановить это время или растянуть его до бесконечности. То есть, согласно теории Эйнштейна, время, место и обстоятельства, они все связаны друг с другом, а материя точнее. И вот время, место и материя, они всегда следуют за Кришной, за йога-майя. И когда Кришна выходит из комнаты, как это возможно достичь Вриндавана так быстро? Если посчитать, это 70 километров практически, как это все? Все эти материальные люди, они хотят своей линейкой измерить Кришну. И как они могут обрести Кришну? Они не могут, это невозможно для них. И вот в Гамбхире, в Пуре, вы, может, были там. И вот в Гамбхире, во время нашей читания Махапрабху, тысячи людей, они приходили, получали даршан с читания Махапрабху, а Кавикранапу говорит, как это возможно. Поскольку так мало места там, а сотни тысяч людей приходят и получают даршан, даже полубоги, даже все какие-то высшие существа, они тоже, они были там в разных формах. Они все приходили в различных формах и получали даршан с читания Махапрабху, и не было никакой толпы, никакой... Никакого беспорядка, никакой, как сказать, никто никого не толкал, там все было свободно. И вот это говорит, что это випху васту, то есть это то, что находится за пределами нашего восприятия, за пределами нашей способности что-то измерять. Поскольку это дхамма, она может как увеличиться, так и сжаться. Например, Радхарани, она хочет достичь Радхакунды очень быстро, то обязанность йога-майи – это все организовать. Йога-майя, она все делает для того, чтобы лила, она совершалось совершенным образом. Время, место, материя, Радхарани и Кришна, их преданные, они никогда не думают об этом. То есть это все йога-майя организует. То есть если надо куда-то там пройти за 100 километров, йога-майя их переносит за считанные секунды. И вот это время, место и время, пространство и материя, она все контролируется йога-майя согласно желанию Кришны. И вот йога-майя, она
все делает согласно желанию Шри Кришны. So now, actually, и вот in Kurukshetra Yuddha, во время на поле боя Курукшетры, поэтому почему вы не можете поверить, что Кришна он мог за эти 5 минут произнести 700 слог? То есть Кришна он может просто взять и остановить время или растянуть его, и поэтому все возможно для этого. А материалисты не сомневаются, что Кришна произнес Бхагавад-гиту. И вот суть в том, что только не может поверить в Кришну, в Кришна-лилу. Те, кто сомневаются в этом, они майвади, будьте уверены. Может, они носят тилки, канхималы, но избегайте их все же. Если вы хотите общаться с ними, то за всю свою жизнь вы не сможете обрести бхакти. Асасанга тяг и вайшнавачара, то есть избавиться от дурного общения, это главный секрет вашего бхаджана. Под именем сатсанги, если вы совершаете асатсангу, это плохо, то это плохо. Или наоборот, есть какой-то чистый саду, а вы не можете осознать, что это настоящий саду, вы избегаете его, это тоже плохо. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что это оба оскорбления. То есть не верить настоящим и верить ненастоящим. Как, например, Шрила Бхактивинода Тхакур, он когда жил в Пури, он был всегда занят. Он был всегда занят. Он работал губернатором, этим дистрикт-магистром. Он потом он контролировал весь Джагнат Мандир. Он всегда был занят. И какой-то Бабаджи Махарадж, он неправильно понял Шрилу Бхактивинода Тхакура. Он говорит, не ходите к нему на Харикатху, этого Кедарнатха Бхактивинода. Я ни тилок нету, ни ханхимал не носит, он не преданный, в общем. И вот он так советовал всем, и потом он был наказан Верховным Господом. Он смог понять, что он совершил ошибку, и пошел к Шриле Бхактивинода Тхакуру. Он предложил ему свои распростертые поклоны и попросил прощения, что он совершил ошибку, он не смог осознать, что ты великий преданный, что ты вечный спутник Джаганнатха. Я не смог осознать, и вот он просил прощения таким образом. И вот те, кто сомневаются в даме, в наме, и в качествах, трансцендентных качествах Кришны, они все демоны. А те, кто майявади, они тоже отмечают Джанмаштами, это хорошо, но их отмечание Джанмаштами, но их они как бы отмечают, но они лицемеры в то же самое время. Их читание Читамрити можно найти, когда спорит, когда спорит Шри Чайтанья Махапрабху и Пракашананда Сарасвати Варанаси. И вот там Шри Чайтанья Махапрабху один Пракашананда он говорил о том, как Пракашананда хотел изменить философию, которая написана Ведавьясом. И вот тот комментарий написан Шанкарачарья, он полностью наоборот. И поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что Ведавьяс, он воплощение Верховного Господа. Ведавьяс, он воплощение Верховного Господа, и поэтому для него возможно написать Веды, Веданту, Упанишады, Махабхарату, Бхагаватам, все Пураны и все прочее.
Это возможно для него. Но Шанкарачарья, он не мог. Шанкарачарья, он не мог. Он не мог бы утвердить Майяваду до тех пор, пока он не доказал бы, что Вьясадев не прав, поскольку Вьясадев он всегда во всем он хотел утвердить чистую преданность бхакти, и поэтому Шанкарачарья писал комментарии на Бхагаватам, даже на Бхагавадгиту не написал ни одного комментария, поскольку он знал, что невозможно было утвердить Майяваду для него. Но иногда Шанкарачарья, он все же дает какие-то комментарии. На самом деле, dual conception can come. Вот там, if they believe that this material world is coming from Shakti, Bhagavan Shakti, Bhagavan, not it is a Brahma, need not get distorted. Brahma Vikar, Brahma need not get distorted. It is the Brahma and Shakti staying together. Like Vedanta Sutra, Shakti, Shakti, вот в Веданта Сутре говорится Shaktiman, о философии единства и Ачинтья Бхеда, то есть единство и Брахма Сатья Джагат Митва. Но Майяваде они верят в Майяваду. Они утверждают, что только Брахма, он абсолютно истинный. А весь Джагат, весь этот материальный мир, он ложен. Но они не верят в то, что любая часть Абсолюта – это тоже Абсолют. Может, их представление другое, но все же Майя она тоже вечна, Кришна тоже вечен. Йога-майя вечна, и майя тоже вечна, поскольку, как Махамая, то есть как Йога-майя вечна, так и тень Махамая, она тоже, соответственно, вечна. Поскольку если бы не было силы энергии Брахмы, то как Брахма мог бы существовать? То есть Брахма это такой, как сказать, не... То есть он не он, не она, он среднее. Но суть в том, если бы они верили, что нет никакой энергии, то для них можно было бы утвердить Майяваду. И поэтому Майяваду они не смогли это все, как сказать, гармонизировать, и поэтому они воспринимают этот материальный мир как сон. And speaking some point, actually. So actually, they don't like to. Эти майяваде, они. Так, следующий махараш. И вот Чайтанья Махапрабху говорит, что этот материальный мир он изошел из майи.
Майя Шакти, из этой Майя, то есть это Майя, она исказается, и так материальный мир возникает, но он не ложен, он просто времени, но он, опять же, не, он настоящий, то есть, но временный. А Майя Вади утверждает, что он не настоящий, что мир подобен сну. И вот Шанкарачарья говорит, что Ясадев, Ясадев, он неправильно что-то понял. И вот это утверждение Шанкарачарьи. Но если согласно вот утверждению Шанкарачарьи, если Ясадев он не прав, то почему они тогда отвечают Вьясапуджу? То есть смысл тогда поклоняться, если вы не считаете его правым, это просто лицемерие. Если вы не можете поверить Ясадеву, то зачем вы тогда отмечаете день его явления в Ясапуджу? Если буду обсуждать философию Майявады, то если я буду говорить о их концепции гуру, то вы просто будете смеяться. То есть с их точки зрения гуру нужно игнорировать. Поскольку если с их точки зрения, если гуру Брахмагьяни, то он не будет ничего никому говорить. То есть Майявада, она очень глупа по своей сути. Они принимают гуру, но и гуру не вечен какое-то время. Как долго... After that point, you can believe Guru. Otherwise, Guru is Brahma. You are Brahma. Brahma is Brahma. All. То есть Майявади принимают Гуру на какое-то время только. Follow my point. То есть они все считают Брахма и кто есть кто и кто кому поклоняться, для них это непонятно, поскольку они себя считают Брахмой, Гуру Брахма и всех остальных. Это очень глупая концепция. И вот, когда они смогут осознать, что их чувство Брахмы, оно такое стало зрелым, то есть они отказываются тогда от гуру. Но Майявади, любой Майявади может он запомнить много шастр, но не может перед Вайшнавом как-то утвердить свою Майяваду, поскольку их философия, она несостоятельна. I can discuss this Mayava Siddhanta in detail sometime. In there, Sampradaya, one conception going, that Sankaracharya leave his body and Vidyaranda Saraswati is the incarnation of Sankaracharya. Now my point is that if you take this water and throw into Ganga, or in any sea, но если привести такой пример, что если взять стакан воды, вылить в Гангу или в какой-то океан, то потом уже эту воду извлечь будет невозможно. И концепция Майявады, она очень опасна. Мы, Гаудии, мы можем верить в том, что мы вечная душа очень малого размера. В Гите, в Бхагава там везде говорится. Balagro bhagasya satabhagasya satadhar kalpitasya cha. Tips up here, if we divide into 100 words, again, говорится, что размер души, то есть если взять, разделить even not dust particle, you cannot speak. Волос человеческий на 100 частей, поэтому мы только одну часть еще на 100 частей, то мы получим примерный размер души. Но Майявади, они говорят, что Дживатма – это Брахма. И как это возможно? Это просто глупо. Что Джива – Брахма?
качество и количество. То есть в качественном отношении Дживатмана можно сказать, что она как-то подобна Брахмину, в количественном нет. В Бхагаватам, Шрути, когда... Ну, я в следующий раз более подробно об этом скажу. So actually, their conception is very. И вот концепция майявади, она очень грязна. So we cannot be. Мы не можем верить в это. So with this conception, they are going to celebrate Janmashtami. Отмечают Джанмаштами. Now speak. И что же может случиться? So first of all, before Janmashtami. И вот вначале всего перед Джанмаштами. One point I like to discuss. Я хочу сказать, if you have 100%, что если у вас есть 100% вера в Нитянанду и в Гаурангу, тогда вы можете обрести полную милость Кришны. Это возможно будет, если у вас будет милость Нитянанды и Гауранги, то тогда. И вот в день Джанмаштами было такое правило, установленное силой Прабхупады, изучать читание Бхагавату, читание Читамриту. А почему? Поскольку вроде день явления Шри Кришны. А Шрила Прабхупада установил правило читать Гауранги и Нитянанде. И вот Шрила Бхактипрамод Пури Госвами Махарадж, он пишет, что было такое правило, установленное Шрила Прабхупада, что в день Джанмаштами мы читали читание Бхагавату, читание Читамриту, и ночью около 11-12 часов Кришна Шрила Прабхупад рассказывал о лиле явления Шри Кришны. Шри Кришна, если не было Шрила Прабхупады, то какой-то возвышенный предмет читал об этом. Поскольку он знал, что если какая-то мельчайшая концепция, если даже какая-то, если мы не верим до конца словам Шрила Прабхупады, то есть это было очень опасно, и поэтому Шрила Прабхупада не позволял никаким материальным людям как-то даже прикасаться к 10-й песне Бхагаватам. Поскольку 10-я песня, ее с 33 до 36 шестой части, эти главы очень важны. Но когда наше сердце оскорнено, мы не сможем их просто понять. И поэтому было такое правило, установленное Шрилой Прабхупадой, изучать читание Бхагавату, читание Читамриту весь день Джанмаштами. И ночью от возвышенного преданного мы слушали о Кришна Джанмаштами. Это было такое правило. И вот наше Джанмаштами, оно не должно быть таковым, каким его отмечают майявади, иначе мы не получим никакого результата. Будьте внимательны насчет этого. И вот смарта и вайшнава, есть две категории смарта, то есть это те, кто следует таким грубым. Judgment of Veda. They are smarta. Smarta means those who are following smriti. Smarta is the who follows smriti. Rules and regulation, different kind of rules and regulation, ritualistic act we're giving there is called smriti. Smriti means Veda. Smriti is smriti. То есть Шрути – это Веда, а Смрити, соответственно, то, к чему следует смарта. Ну, как Ману, он дал свои правила в Ману Самхите. Мы об этом не особо заинтересованы, поскольку там разные правила и предписания, они, конечно, прекрасны,
очень подробно, что делать, что не делать. А если вы будете избегать знания шастр и правила шастр, шастра Видхи, значит, те предписания, которые даются в чистых писаниях, почему Санатан Госвами он написал Хари Бхакти Виласа? Иначе мы были бы сконфужены. И поэтому Санатан Госвами он составил Хари Бхакти Виласу, в котором он приводил все такие совершенные правила и предписания, которым должны следовать преданные. Санатана Госвами он изучил все писания и извлек суть из всех этих шрути, смотрите Пуран, и составил Хари Бхакти Виласу, чтобы мы не думали, поскольку мы, наш разум не способен объять все эти многочисленные писания, он извлек суть из них для нас. Но материальные люди, они не заинтересованы в этом. Они следуют Смарта Вичару. Даже в Шантипуре в то время эти сыновья Адвайтачари, они даже кто-то не следовал их правилам и ушел. А сейчас кто-то сомневается, что как это Адвайта Гасай, сам Махавишна, сам Аватара Махавишна, как это его сыновья, его оставили и ушли. То есть некоторые из его сыновей следуют ему, а некоторые не следуют. И в этом случае материальные люди спрашивают, как это возможно. Хотя ваши шастры говорят, что Адвайта Гасай сам Махавишна. А почему сыновья Махавишну стали демонами? А почему нет? Поскольку во всей Вселенной вы не можете найти даже ни единого объекта, который был бы не из Махавишну. Сад и Асад. Любая концепция, которая у вас есть, она вся исходит из Махавишну. Понимаете? Сад и Асад. То есть вы называете что-то истинное, что-то ложью, но все исходит из Махавишну, это источник всего. И поэтому в Веданте говорится «Асато Сададжаяти», то есть откуда исходит Асад. Асад – это просто название, а Асад и Асад – все исходит из Вишну, из Махавишну. Если я буду спорить, приведу аргумент, что Наракасу… Кто такой Наракасу? Он сын Кришны. Притхиви Деви, его мать. И что тогда? Как это возможно? Все возможно, поскольку все исходит из Вишну, а Вишну исходит из Кришны, из изначального Кришны. Адвайта Гасай, там описывается, что Адвайта Гасай, он Махавишна, он практически не отличен от Вишну, он просто Садашива. А в Брахма Сангхите что мы можем найти? What you can find in Brahma Sangita?
Yasaika Nisheshito Kalu Matavalambo Jivanti Loma Vilaya Jagadandanatha Vishnur Mahanasa Ihu Yasu Kala Vishesho Govinda Madhi Purusham Tamaham Bhajami. So all coming from the annihilation. Что все, все творение исходит из Махавишну. Но тот Махавишну, в Гите говорится, когда Махавишну смотрит на Пракрити Майдеви, то творение начинается. И вот когда Махавишну смотрит, он нет никакого такого прямого общения Махавишну с Майадеви. Но это случается, это так должно быть. Поскольку Махавишну он отец. В Гите говорится, что Ахам. Я отец, дающий семя, он дает это семя творения в чрево Майя-деви. Кришна говорит в Бхагавад-гите такими словами, но в тонкой форме все творение когда Махавишну вдыхает, то все это творение опять входит в его тело, и следующий калпа он выдыхает, и все это творение опять разворачивается. И откуда вся эта материя исходит? Поскольку она Махавишну творит его, а Адвайта Гасай, он тоже не отличен от Махавишну. То есть он... Чтобы что-то построить, нужно какие-то материалы, элементы, подобно тому, как паук, он из своей слюны он делает сеть. И после того, как он все сделал, он просто ест эту сеть свою. И вот кто-то из каких-то великих философов, он приводил такой пример с пауком. И также Кришна в Гите говорит, Tasmas sastu pramanam te karja karjo vyavasthita. What to do, what not to do, all given there is scripture. Не делать, все это описывается в авторитетных писаниях. Если вы не хотите следовать писаниям и хотите следовать своему беспокойному уму, if you like to make captain this material mind, big problem. If you are guided by material mind, плохо. То есть если ваш вы находитесь под руководством вашего материального ума, материального тела, материального создания, то как возможно для вас соблюдать джанмаштами, который имеет трансцендентную природу? Если мы находимся в таком материальном состоянии. Кришна. Art, speech, you know, air, make, how possible? How possible? How possible? All material. I have nothing with which I can approach towards Krishna. То есть нет ничего, nothing, кроме Гуру Крипы, с чьей помощью мы могли бы достичь Кришны.
so that I can go right way. I'm penniless. Only the thing. Единственное, что у нас есть, это Гуру Крипа. С ее помощью можно достичь всего. Гуру Крипа и Кевалам. И также во всех авторитетных писаниях говорится, что Кришна, Кришна Ванде Джагадгуру, что Кришна, он Гуру всех. Даже я более точно могу сказать, что Радхарани это Гуру всех. Это, можно сказать, эти утверждения они не отличны друг от друга. Почему Шрила Прабхупад говорит, что на явление Шри Кришны мы должны изучать читание Бхагавата? Почему Шрила Прабхупад говорит так? Он заботится обо всех нас. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, если вы поклоняетесь Кришне с Гура мантрой, если вы поклоняетесь Гуре с Кришна мантрой, это не отлично. If you worship Krishna with Gaur Mantra, or if you worship Gaur with Krishna Mantra, then Bhaktivinoda Thakur говорит, что это все едино. To prove this thing, и доказать. Это, чтобы доказать это, Шрила Прабхупад он был очень осторожен, чтобы, поскольку он знает, что любое материальное представление, которое войдет в наш ум, оно может сбросить нас с пути Бхаджаны. И поэтому Шрила Прабхупад был очень осторожен. Он знал, что явление Шри Кришны, явление Гуранги Махапрабху, они не отличны друг от друга. И также еще, когда приходит день Джанмаштами, если вы повторите Гура Сахасра Наму или Радха Сахасра Наму, это более благоприятно, если вы будете повторять Кришна Сахасра Наму, то есть тысячи имен Кришны. То есть вы можете таким образом привлечь к себе внимание Кришне более простым образом. И вот будьте очень внимательны. Это такая сокровенная сиддханта. И вот Джанмаштами, те люди, которые следуют Джанмаштами, если они сегодня следуют, поскольку Джанмаштами, материалисты не отмечают Джанмаштами сегодня. А если я спрошу их, они ответят. Они спросят, почему же нет, поскольку сегодня Аштами. Рахини прикасаются к этой титхе, но они не могут понять суть Джанмалила. На самом деле они отмечают все материальные люди, даже не Гаудия. Другие люди в других сампрадаях, они тоже отмечают Джанмаштами так или иначе, но они какого Кришны Джанмаштами они отмечают. Но Кришна вроде как бы един, но есть Васудев Кришна, Нанадан Кришна, и вот они отмечают день явления Васудева Кришны, но они не могут понять этого. Что все эти люди, которые сегодня отмечают Джанмаштами, куда бы вы ни посмотрели, либо в Вриндаване, или еще где-то, везде Джанмаштами сегодня, но они не могут понять, что они отмечают день явления Васудева Кришны. Они так, таким образом, почитают Васудева и Девыки. Но суть они упустили. Майавади. Великие Майавади. Иногда они оставляют Майаваду и принимают философию Вайшнава. Я завтра могу привести несколько примеров, таких как Мадхусудан Сарасвати Патон из Варанаси. Он был очень великим ученым на поле Майявады. Он написал вот такую книгу, подобную словарю.
там было практически 2000 страниц о Адвайта Сиддхи. Он был очень ученый. И в итоге что случилось, когда он узнал о Сиддханте Рупы Санатаны Госвами и Шри Чайтанья Махапрабху, он изменил свое сердце. Он оставил эту Майаваду и принял учение Бхакти. Он написал одну книгу, у меня она есть, Бхакти Расаян называется. Он был сам изначально Майаваде, но потом он потерял веру в Майаваду. Он пришел в Навадвип, он плакал, он взывал к святым именам Гуранги. Он как бы сам, ну, происходит из Бенгала. Он родился где-то в Бенгале. И он был очень разумен. Но в итоге он оставил Майаваду и принял Вайшнава Даршан. Ну а те, кто майявади, я не интересуюсь тем, как они отмечают Джанмаштами, но что делать, они лицемеры, они не верят в Кришну, и а другие люди. Из других сампрадай они следуют Джанмаштами, но осознанно или неосознанно они отмечают Джанмаштами Авирбав Тити Васудева Кришны. Одна шлока, произнесенная Кришной перед Арджуной. Очень важная шлока. Почему я сказал о Мадхусудан Сарасвати, поскольку есть связь, что тот великий Майавади, он дал толкование вот этому слову «дивья апракрита», то есть нематериальное, трансцендентное. И Шанкарачарья также говорит об этом, хотя Шанкарачарья ошибся в основе. И все великие философы, Мадхвачарья, Рамануджа и прочие, они Виджаярагав, Валабхачарья, они все пишут толкование каким-то словам, что они хотели сказать именно Шридас Госвами Пад, Мадхвачарья, Вишну Свами, Нимбаркачарья, Рамануджа, Джива Госвами Пад, Санатан Госвами Пад. Дивья значит такое сверхъестественное, божественное, трансцендентное, апракрита. То есть все они это слово толкуют так. Апракрита значит нечто надмирное, что не соприкасается с этим материальным миром. Даже Мадхусудан Сарасвати, он великий ученый, он также такое же значение дал этому слову. Это очень важно, то есть смарта. Если вы спросите у них, что такое нитья, у тех смарт в Навадвипе и прочих местах, они все смарты, они думают, что они великие ученые. Они представляют себя таким образом. Хорошо. А если мы спросим такой вопрос, что значит нитья? Нитья, они думают, что это ежедневное. Такая нитья карма. But
но мы нитя, это слово нити, мы, значит, вечное, а в их понимании нечто ежедневное. Like, you know, tarpan, this, that, nitya, eh? Sometimes some is nemitic karma. То есть в их понимании есть наймитика карма и нитья карма. То есть то, что нужно делать время от времени, так раз там в год или два раза в год, а что-то там каждый день. Так они под словом нитья подразумевают, понимают какую-то рутинную такую деятельность. А Вайшнава Даршан говорит о том, что нити это вечно. Вечное, значит, вечное. Вот, это простые вещи, они не могут понять, что уже говорить о чем-то большем. И вот суть в том, Диббо Джанма Карма, Диббо Джанма Карма, то all mean джанма значит рождение, карма значит наши действия какие-то. И в четвёртой шлоке Бхагаватам Бхагаван Шри Кришна говорит Брахме. Яном парамам гуджхам яджат вигьяна саманитам сарасам таранмича дхьяна гадитам. Javanaham yatha bhava yad rupa guru karmakaha tathiva vijyana vastu te madanu kraha. Same thing. Javanaham yatha bhava. Who am I? Кто я? What is my activities? Какие мои действия? What I am doing? Что я делаю? What is my mood? What is my heart? Everything. Javanaham. How I am? Кто я? What I am? Кто? Где я? Javanaham yatha bhava. What is my mood? Какая моя бхава, умонастроение? Какая же моя вечная форма, качество? Это все трансцендентно. И в Гите, в Бхагаватам, все везде можно найти то же самое. И в Чайтанья Чаритамрите также описывается. И что такое апракрита? Материальные люди не могут понять. Апракрита Васту. Апракрита Васту, it is. Апракрита Васту значит апракрита. С материальной концепцией, материальным умом, материальным телом мы не можем осознать это. Это невозможно. И поэтому Шрила Прабхупада был настолько осторожен, настолько внимательный, что дал нам такое наставление, изучайте Чайтанья Бхагавату. По крайней мере, вы получите милость Вриндавана Стаку Махашая, чтобы изменить ваше умонастроение, поскольку вы сразу придете к Кришна Лиле, вы можете подумать, что это невозможно, как это, если какие-то сомнения возникнут в вашем сердце относительно Кришны, то это очень плохо, это будет конец. Будьте очень внимательны, очень осторожны, поскольку любые сомнения, которые будут в вашем сердце, они будут причиной вашего падения. Например, какие-то люди думают, что постятся, а пост значит по вас. Кто-то поститься на каком-то медицинской основе. То есть некоторые думают, что будут поститься, то будут здоровее, то это не бхакти. Если вы поститесь из-за того, что получите какое-то благо, это тоже не бхакти, то есть пост ради результатов чего-то. А те вайшнавы никогда не думают, что то есть просто пост – это недостаточно. Only fasting is not upavas. They think fasting is upavas.
Пост – это недостаточно его, это не упавас. Вы можете поститься на каком-то новом для оздоровления, но это не будет преданностью. Но если вы следуете, то есть если вы слушаете Кришна Сиддханту, Кришна Татву, если вы повторяете святые имена и поститесь в то же самое время, а если просто вы поститесь и спите, то есть это глупо просто. То есть нужно не просто поститься, еще заниматься позитивной деятельностью. If you are fasting, если вы поститесь, bhakti, then you cannot realize that you are fasting. И совершаете бхакти, вы можете даже забыть, что вы поститесь. То есть если ваш ум, ваше тело, ваше сознание, оно занято у лотосных стоп Шри Кришны и Гурудева, то вы можете запросто забыть, что вы поститесь. Поскольку, если вы из-за поста вы чувствуете какие-то проблемы с телом, то это говорит о том, что вы материальны. А если ваш пост не приносит вам никаких беспокойств, то это доказательство того, что у вас все хорошо. Upavrityabhyo sarva papebhyo jastu baso sarva guneshaho Upavrityabhyo papebhyo Specially we will have to avoid all kinds of wrong activities. Мы должны избегать всех плохих действий в этот день. Мы должны поддерживать чистую жизнь, то есть избегать любых грехов, любых таких грязных действий. Все. Good qualities. Все благие качества. Шакти гва. Мы должны находиться в гуне сатвы. All, you know, Дева-бава, you know? Дева-бава, что это значит? Very good conception. Очень такой. Мы должны в такой сатвической форме находиться. Your life, I mean, Upavas day, Janmashtami. All your mind and body. Ваше тело, они все. Always thinking about Krishna. Должны думать о Кришне, делать что-то для Кришны, говорить о Кришне, слушать о Кришне, смотреть на Кришну. То все органы чувств должны быть заняты Кришной и всем, что связано с тем. Only fasting is not upavas. Просто поститься этого, это не упавас, этого мало. Упа значит самипе, рядом находиться. И когда вы приближаетесь к Кришне, находитесь рядом с ним, это есть упавас. И тогда ваш упавас он успешен. И сейчас я хочу сказать о том, когда и где. И как можно соблюдать джанмаштами, правило таково. В различных писаниях говорится, но никто не может понять настоящее значение. И поэтому мы не понимаем, что к чему. Вот смарты говорят, что мы будем отмечать джанмаштами сегодня, поскольку аштами сегодня, и рахини накшата, и прочее все. Но, как, например, для Экадаши, есть такое правило Арунадоя, и для Джанмаштами, Радхаштами, Ваманадвадаши, это правило не действует. Нужно думать о солнце, о солнце, восходе солнца. But for Ekadasi, you have to think about Arunodaya.
Ну, Экадыши по-другому считается, но Джаноштами, Радхаштами и все другие такие важные титхи. Поэтому по правилу восхода солнца считать. И вот сейчас суть в том, что те смарты, которые думают только о Рахини Накшатри и Аштами Титхи. Astavidithi all get together, that is called Jayanti, one special term. Вот когда они вместе собираются, Рахини, Аштами, такая звезда особая, и когда они, поскольку день явления Кришны, он приходит на Рахини Накшатру и в день Аштами, и при такой комбинации это зовется Джайанти. Но в материальном мире все глупые, они отмечают Рабиндра Джайанти, еще какое-то Джайанти, это невозможно. Джайанти, этот термин, он применим только к Кришне. Даже для Вамана не применим. То есть, может, кто-то где-то упоминает, но это не совсем авторитетно. Поскольку Джайанти – это особое слово, оно используется тогда, когда Аштами Титхи и Рахини Накшатра собираются вместе, это зовутся Джайанти. Но сейчас всех подряд называют Джайанти. Все эти дни явления аватара, ну, по крайней мере, это еще куда бы ни шло. Но если говорят о Джайанти каких-то материальных людей, да, Тагура, например, то это очень плохо. Поскольку Джайанти значит вот победа, если вы совершаете Джанмаштами. То есть... Now they only consider this condition, the Rahininakatha and Ashtamititi. То есть Джайанти буквально значит победа. Но и вот вайшнавы, чистые вайшнавы, когда они считают, когда соблюдаются какие-то конкретные титхи, то больше факторов учитывают, поскольку Кришна он родился в тюрьме в Матхуре. У кого? У Васудевы Девки. И там говорится, что какой-то особый свет он вошел в чрево Васудева, точнее, в тело Васудева, и потом этот свет он вошел в сердце Девки. Читание Чайтамриты тоже можно найти такое же описание. Слушайте, пытайтесь следовать читанию Бхагавати, читанию Чайтамриты, и вы найдете там то же самое. И однажды свет явился и вошел в сердце Джаганнат Мишры, и потом он перешел к Шачи, его жене Шачи, и мы уверены, что вот эти джанма, карма, то есть рождение Шри Кришны, его деяния и прочее, оно все трансцендентно. То есть это то есть никакой телесной концепции относительно Кришны у нас не должно быть и в помине. И завтра я буду говорить о том, что как в той тюрьме мы находим, что Васудев Кришна, он был четырех руки. Явился в своей четырехрукой форме перед своими родителями. Васудев Деваки, они начали возносить ему молитвы. И Васудев Кришна, он напомнил
Что ты не помнишь, но я напомню тебе, что в предыдущем рождении ты совершал аскезы много лет, и ты молился о том, чтобы сын родился такой же, как и ты, но Господь сказал, что таких, как я, нет, поэтому я сам могу родиться у вас. И поэтому я, чтобы напомнить вам, я пришел в такой четырехрукой форме. И вот он говорит, я ваш сын. Васудева и Деваки говорят, то есть ты вроде как сын, но ты не родился и сразу стал таким четырехруким, кто ж поверит, что ты вообще родился у нас. Кришна сказал, что не проблема. Но пока ему возносили молитвы, то Кришна, он опять, он улыбнулся и обернулся. Младенцем, к новорожденным младенцем. Он так очутился на коленях Деваки. И вот они сразу забыли о четырехрукой форме Кришны под влиянием Юга Майи, поскольку если они будут помнить, что Кришна, что это сам Шри Кришна, то есть они не могут чувствовать такую материнскую любовь, поскольку мать хочет поцеловать своего ребенка, взять его на колени, накормить. Но если она будет помнить, что это Верховный Господь, она думает, как это возможно для меня, что четырехрукий Господь, как я могу кормить его грудью и прочее. И поэтому Кришна, он, Васудев Кришна, он явился в форме такого младенца. Кто такой Васудев Кришна? Вот он. Он находится на коленях Деваки. А четырехрукий Кришна — это Прабхава Вилас. Прабхава Вилас. То есть, если Кришна принимает такую четырехрукую форму, то есть у него же другое имя, соответственно. И вот суть в том, Васудев и Деваки, они думают, что вот он наш сын. И после этого можете вспомнить, я завтра буду более подробно говорить об этом, что тогда, когда Кришна, он дал наставление Васудеве и Деваке, что вы должны меня унести в Гокул и оставить там. И там родился одна девочка, Яшода Бхавани. Вы должны эту девочку сюда принести и поменять нас местами. Меня туда, ее туда. После этого я завтра более подробно буду говорить. Это очень важная лила. И Джива Госвами приводит такой аргумент. Когда Васудев Кришна родился здесь, в тюрьме, то в то же самое время Нанданандан Кришна родился в Гокуле в то же время. Эта девочка, она была Юга Майя. Avatan, Gatan, Patiyas, Yogamaya. Everything is possible for Yogamaya. Все возможно для Йогамая, даже для Шичитания Читамриты. Вы должны изучать Шичитание Бхагавату, Шичитание Читамриту, иначе вы потеряете вашу духовную жизнь, вы не сможете находиться здесь. И там описывается очень высокий стандарт Даршана Вичара. И там говорится, что Йога Майя, когда Кришна
совершил Расалилу и прочее. И когда Радхарани посмотрела на Кришну, Кришна посмотрел на Радхарани, и гопи, когда они смотрели на гопи, гопи на Кришну, их баба, они Чайтанья Чаритамрита описывается, когда Кришна смотрел на них, они чувствовали себя очень удачливыми. И также они думали, что Кришна смотрит на нас, и Кришна очень счастлив. И, то есть, когда они становятся счастливыми, Кришна счастлив в виде их счастья, и наоборот, соответственно. И поэтому это счастье увеличивается с каждым разом. И баба увеличивается. И Кришна смотрит на гопи, а гопи на Кришну. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, никто не может понять, что случается. А в Чайтанья Чаритамрите описывается, Кришна говорит, я не могу понять, что случается, и гопи они тоже не могут понять. Нет. Без моей... Без моего... То есть без моих, как сказать, повеления все это само происходит. То есть сам Верховный Господь Нанданши Кришна, то есть если он говорит, что-то без его ведома происходит, то... If you cannot know, if Gopi is there also not knowing, who knowing? My question is, if Krishna не знает и Гопи не знает, то кто знает тогда? Читайте, читайте, это написано. Кришна говорит. Amiona jani, na jani Gopi gon. I cannot understand what is happening. Что он говорит, что я не могу понять, что случается, и гопи тоже спрашивают. То есть Кришна говорит, что я в то время нахожусь в каком-то таком бессознательном состоянии. То есть он принял какой-то нектар, и он буквально, можно сказать, опьянел. И в Бхагаватам говорится, like when somebody drinking and taking wine, he cannot understand truth is there in his body or not. Same example, but he's not, don't take it dirty way. So Krishna is the absorbing mood. Krishna is there. Krishna is always the absorbing mood. Full rasa. Krishna, он всегда полон раса. Krishna cannot understand. Krishna cannot understand what is happening inside, outside world. Не может понять, что случается в этом, во всем мире. То есть это не обязанность Кришны, это обязанность Баларама Гурудева. У Кришны нет времени, он занят своей лилой. Кришна всегда занят своих лилах. Да, кто знает, Йога Майя, она заведует всем этим, так сказать, сопровождающим лилы Кришны. И также описывается, что Расалила, она была совершена по милости Йога Майи. И Шрила Бхактина Такура в одном из киртанов он поет, говорит об этом. Там говорится, что по милости все происходит. Сикишто санмукхо яр бхагва коме хай, тари мукти дия кара асака хавай. Бхактимата врайте. Why Kuladevi Yogamaya? А почему Kuladevi Yogamaya? Why Kuladevi mean? Kuladevi что значит? Kuladevi Yogamaya, why Kuladevi? Почему такое название Kuladevi? You don't know the meaning of Kuladevi. Какого же значения этих слов? In our whole, in our Gaudiya Vaishnava race, в нашем Gaudiya Vaishnava Sampradaya, это... Это Kuladevi, она изначально, откуда мы получили кама,
Гайтри, она происходит из Камакхи. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур, он называет ее Куладеви Йога Майя, то есть во всей нашей сампрадайе ты источник милости, без тебя мы потеряем все. Будьте внимательны, вы должны слушать очень внимательно, вы должны изменить полностью всю свою жизнь, это шанс. Если вы упустите его, то все навсегда будет упущено, поэтому не прыгайте, а просто ждите, и все придет само собой. Автоматически это случится. Если верите мне, а если вы не верите, то не приходите ко мне. 100% вера должна быть у нас. И вот сейчас суть в том, что Джива Госвами подпишет, что тот Васудев Кришна, он открыл тюрьму, он открыл их, эти наручники, Васудев, он пошел, пересек Ямуну, завтра буду подробно об этом говорить, дошел до Гокул Махавана, а там Яшода, только она была там, но лежала. И без всякой информации, не предупредив, поскольку под влиянием йога майя она устала и... То есть Бхагаватам говорится, что под влиянием йога майя она уснула, она даже не помнила, она очень устала и не помнила, кого родила. Мальчика или девочку, и тогда Васудев пошел, положил Васудева Кришну на кровать и забрал эту девочку. Он не мог видеть, что там еще кто-то был, какой-то темный мальчик Кришна, Нанданандан Кришна. И когда он положил эту Кришну на кровать, то вот этот черный Кришна, он слился, объединился с другим Кришной. И вот он забрал эту девочку и пошел назад. И вот эта девочка, с этой посудой, пришел в тюрьму опять, и все закрылось за ним, как будто он никуда не ходил. И вот сегодня я хочу сказать нечто очень важное, почему Чайтанья Махапрабху принял Мадвачари. Почему? Во время Гуру Пурнимы я также могу более подробно обсудить это. Сегодня я хочу затронуть это, почему мы можем говорить о себе как о Мадва Гауди Сампрадае. Почему? Хотя в нашей Сампрадае, те, кто Майавади, в нашей Вашнавской Сампрадае, те, кто Майавади, они всегда спорят, они хотят доказать, что мы Гауди Сампрадае из... Но кто говорит, что мы из Мадва Сампрадаи? И когда они приводят такой аргумент, и тогда Баладев Видьябушан, и когда Баладев Видьябушан пришел в Гауди Сампрадаю, то он хотел сохранить связь с Мадвачари, и таким образом вот они... доказательство этого, но все четыре сампрадаи, они все верят в существование Верховного Господа. А почему они все авторитетны? Мадвачарья, Рамануджачарья, Вишну Свами и Нимбарка. Они все верят в существование Верховного Господа.
но все они не могут поверить, что Верховный Господь Шри Кришна, они не могут поверить в это. Я могу более подробно завтра об этом рассказать. И когда Васудев и Деваки, они молились четырехрукому Кришне, Васудеву Кришна, Васудеву, то перед ними он стал маленьким ребенком. Все четыре руки и ноги они пропали. И on this point, all different acharyas writing different commentary. И вот насчет этого разные ачарьи пишут различные комментарии, но никто не может принять, что Кришна Верховный Господь. Даже Рамануджачарья не может принять это. Рамануджачарья, Вишну с вами, Нимбарка, никто из них не может принять, что Кришна Верховный Господь. Они хотят доказать, что вот там написано, что он стал, то есть изначально был четырехрукий, потом стал маленьким. Даже Рамануджачарья тоже говорит, что говорить об остальных. Хотя Рамануджачарья, он спорил всегда с Майявадой, но сам Рамануджачарья говорит так. Никто из них не готов принять то, что Кришна, он изначальный Верховный Господь. Только Мадхвачарья. Среди этих четырех ачарьев только Мадхвачарья, он более-менее точно хотел доказать, что Кришна, вот он изначальный источник всего. Нанданандан Шри Кришна. И поэтому Кришна также пришел, чтобы благословить его в форме Балгапала. Когда big chandan piece given to Madhvacharya, automatically break down and from inside chandan, Gopi chandan rock. Вот тогда этот чандан был дан Мадхвачарье, этот чандан сломался, и внутри этого дерева нашли Балгапала. И вот смотрите, Кришна так явился к Мадхвачарье, чтобы благословить его, поскольку Мадхвачарья верил, что Кришна, он изначальный Верховный Господь. Может, Мадхвачарья, он не понимал лил Кришны, кто-то спорит насчет этого. Но сейчас тема у нас другая. Я с тем аргументом тоже можем разобраться, поскольку вся милость исходит от Кришны. Даже Баладев Махарадж, он был обеспокоен, когда Кришна был в форме Гопабалака в течение года. Понимаете? Когда Кришна был в течение года в форме Кришны, пастушков и коров. То есть он даже Баладев не понял этого. Хотя я уже много раз говорил, что Баладев не отличен от Кришны. Но все же его Сева Виграха и Сева Виграха. Но Кришна имеет нечто уникальное, то, что нет у Баладева, это сила воли. Сила воля, она полностью остается за Кришной. Если Кришна что-то не хочет явить никакой секрет Баларама, Баларам никогда не узнает об этом. И только через год, когда Баладев, он уже начал сомневаться, как это, что новые эти более молоденькие телята,
которые родились у коров, почему коровы чувствуют большее притяжение к старым телятам, то есть более взрослым. И Баладев начал думать, размышлять, он начал медитировать на лотосные стопы Шри Кришны. И тогда он увидел, что все это Кришна. И тогда Баладев смог осознать, но в течение года к нему даже мысли такой не приходило. И поэтому, если Мадхвачарья не знает о сокровенных лилах Гопи и Кришны, что же в этом плохого? По крайней мере, Мадхвачарья верит в превосходство Кришна лилы. Может, Мадхвачарья что-то так неправильно объясняет, хорошо, но, по крайней мере, с готовой точки он все правильно делает. Различные ачарьи снисходят в этот мир из вечного мира. Им даны какие-то обязанности, они приходят в этот мир, исполняют свои обязанности и уходят. Можно видеть, Мадхвачарья все сделала, но он не делает то, что как бы не надо делать. И поэтому нельзя его осуждать. Мадхвачарья, он... То есть в их баджане Брахман наивысший. Но так или иначе, мы должны думать, что... Очень внимательно, поскольку если вы неправильно поймете и ачарьи, то вы потеряете свой баджан. И вот сегодня день Адхивас, предваряющий день явления Шри Кришны с марта, они следуют другим правилам, они сегодня отмечают. Но они упустили главное, почему мы завтра отмечаем, а не сегодня. Поскольку саптами, если наша аштами соприкасается с саптами, может Рахини Накшатра там же находится, но если саптами соприкасается, то это джанмаштами нужно игнорировать писание. Хоть четкое указание насчет этого, поскольку саптами касается аштами, то этому аштами не нужно следовать. Мы не получим никакого блага, а только одно наказание получим такого. И там описывается. И что о Гауде Вайшнава? И Гауде Вайшнава, они всегда отмечают джанмаштами. Тогда, когда аштами касаются Навами и Рахини Накшатры, тогда они отмечают. Поскольку без Навами не могут принять, поскольку они знают, что Йогамая и Кришна, и Нанданандан Кришна, они явились одновременно в Гокуле. И как мы можем отмечать Джанмаштами сегодня, а день явления Йогамаи завтра, это невозможно, поскольку они родились в одно время, они эти близнецы. И такое аргумент от чистой Вайшнавы, они думают о том, что если Аштами касается Навами, и Рахини Накшатра тоже соприкасается, то тогда такое джанмаштами мы должны соблюдать. Санатан Госвами описывает славу именно такого джанмаштами, Нававитха джанмаштами. И таким образом мы вынуждены следовать джанмаштами завтра. Хотя сегодня по каким-то календарям джанмаштами, то есть, ну и завтра тоже джанмаштами у нас. Понимаете? И таким образом мы отмечаем джанмаштами завтра. И первая шлока, с которой начал какая-то шлока, она о том, что все Брахма, Санка, Варун, Индра, они все возносят молитвы. Рупа Госвами Пад Киртан пишет в эту честь.
tam bande yadyapi samadhi su vidirapi pasyati natapo nakagra maricim. Very nice. Очень прекрасный киртан. Вы должны петь киртан. Вы должны воспевать киртана день и ночь, не нужно бегать туда-сюда. Вы потеряете ваш баджан, вы должны закрыть ваши глаза и совершать киртан. Если верите мне, будете делать это, вы получите настоящий результат. Закройте дверь и совершайте киртан, написанный Шрилы Бхактивинода Тхакуром, Нарутам Дас Тхакуром, вы обретете прему, но вы не делаете. И поэтому нет у вас такого вдохновения. То, что Гурудев сказал мне, то, что наставление Шрилы Прабхупады, Шрилы Кешава Госвами Махараджа, если мы им не следуем, мы следуем своему уму, то это глупо. Я могу доказать то, что то есть, если мы не будем следовать тому, что написано махаджанами, то как же мы обретем силу? И поэтому мы должны следовать нашей гурварге совершенным образом. То есть некоторые люди думают, что могут наполовину только следовать Гурудеву, а остальную половину как бы как получится. Но если вы наполовину следуете Гурудеву, то есть это не значит, что вы ему следуете. Поскольку если вы следуете Гуру Вайшнавам, вы должны полностью на 100% следовать, не нарушайте правила, которые установлены Гуру Вайшнавами. И вот завтра день предваряющий, сегодня Адхивас, предваряющий день явления Шри Кришны, завтра Джанмаштами, и мы обретем Нанданандана Шри Кришну. Его день его явления в этом материальном мире. И когда Кришна, он является, эта лила тоже вечна, поскольку Санатана Шикши Шичитани Махапрабху приводит такой аргумент: о, Санатан, смотри, в каждой Брахманде Кришна лила происходит. И вот сейчас я говорил, если в какой-то Брахманде, в любой из Брахманд Кришна является, поскольку все это непрерывно происходит, вы не можете понять. Но после того, как Кришна явился, прошла секунда, и он опять в какой-то вселенной опять является. Это очень, нужно очень такой большой разум, чтобы понять все это. What you call present tense? То есть то, что мы называем таким настоящим временем. What you say present? Your attention, please. Your attention, please. What you say present tense? Present mean? То есть присутствие, что значит? When I speak present tense, I utter. Когда я произношу это слово. Past. P present. Present. Даже просто слово «присутствие» мы пока произносим, первая буква, она уже в прошлом оказывается. Но, то есть это, то есть это не что иное, как какое-то текущее чувство, которое сейчас находится, то есть которое сейчас присутствует.
Я никогда не хотел стать философом, я хотел стать преданным. Я хочу служить Шри Кришне. Не так, что я могу изучить какую-то философию и говорить на угоду публике. Я никогда не хотел этого. Сейчас я вот приехал с Каракура. Когда я приехал в Каракуру, я сказал, что я тут долго не буду находиться, Махарадж. Он ученик Шрилы Шанти Госвами Махараджа, он ачарья этого матха. Он сказал, что нет, не уезжайте. Мы пригласили вас. Мы слушали вас в записи, а сейчас вживую вы приехали, поэтому не оставайтесь. Мне пришлось остаться там. Там я говорил харикатху, и там какие-то сахаджи были, они привыкли. Ну, не так два дня они как-то сопротивлялись, а на третий день они пришли прощения просить, слушали харикатху. Попросили прощения, все эти сахаджи, они изменились. И Махарадж сказал, что только из вашего присутствия, то есть благодаря вашему присутствию, они не могут петь никакие сахаджийские киртаны. То есть один там Махарадж сказал, что вот из-за того, что вы здесь, поэтому они только Махаманту и Панчататву поют. А никакой сахаджи там нету. То есть я не могу говорить как сахаджи, я говорю иногда жестко, но в моем сердце есть любовь ко всем вам. Но я иногда я жестко говорю, что делать. И вот завтра мы будем отмечать день явления Шри Кришны. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. At least 2 hours from 9 to 11 tomorrow. If you have any doubt, because the time is very limited, I need to discuss this adivasthiti, this secret points and details. But still, I am touching different points, not in details. But still, if you have any questions, you can put in front of me. Otherwise, I am going to stop.